Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас обзор на вот такую шоколадку Шогеттен Германия. Должно быть вот так же много начинки. Какая-то молочно-клубничная. Такая необыкновенная красивая шоколадка. Она продается на Озоне. В магазине Беру, сейчас он Маркет называется. Ну и, наверное, в Перекрестке. То есть она не везде продается. Так, давайте посмотрим с вами состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, здесь целых 100 грамм. Это радует, потому что везде сейчас уже 80-90 грамм. 90 это уже редкость. Ну, состав, честно, ну, обыкновенный, как у всех шоколадок. Так, давайте ее откроем. Она открывается необыкновенно как-то. Что-то где-то нужно продавить. А вот тут я чувствую, что не хватает там шоколадки. Ладно. А, вот. Вот как она. Смотрите, то есть еще вдобавок у нее упаковка картонная. Не как у нас фольга там с чем-то перемолота. Там переделана, не знаю как. И здесь еще фольга. Так, она что у меня? Сломанная, похоже. Красивая фольга. Так, фольга у нас. Что тут? Упакованная, что ли? Так, запакованная, да, фольга. То есть, если у вас шоколадка захочет сбежать из фольги, то она у вас, по всей видимости, не сбежит. Нет, не сбежит. Фольга довольно тонкая. Здесь также имеется картоночка. Они по отдельности даже. Ух ты! Смотрите, как красиво. Как это классно смотрится. Я думала, это полностью шоколадка такая. Ну, как здесь нарисовано, я даже, честно, не заметила особо. А тут они по отдельности. Тут даже очень пахнет ароматно клубникой. Вот я ее достала, и прям ароматно-ароматно. Прям классно. Так, ну давайте все равно ее положим на тарелочку большую. Или знаете, как сделаем? Вот так мы сейчас сделаем. Как в ресторане подают. Так, мы ее с вами разрежем, чтобы посмотреть и сравнить. Да, также много начинки. Но, как всегда, обычно это бывает. Здесь нарисовано, что шоколад тоненький и много начинки. Здесь, конечно же, в реале уже... Ой, убегает. В реале уже получается, что шоколад довольно-довольно... Так, где, господи, она? В реале получается, что шоколад довольно толстый, чем на картинке. Но все равно видно, что... Начинка. Начинка, кстати, не такая же белая, как здесь. Видно клубничка перемолотая, наверное. Видно, что ее довольно много. Выглядит все равно красиво. Все-таки за границей делать умеют. Так, и давайте же с вами попробуем этот необыкновенно вкусный шоколад. Как же он на вкус? Интересно. Пробуем. Присутствует действительно клубника, как будто с молоком или со сливками. Прям обалденный такой, прям явный, знаете, такой вкус клубники, как будто я съела шоколадку с клубникой и запила молоком. Ощущения вот так вот, такие. Также она очень нежная, сладенькая, неприторная. И также я почувствовала вкус какой-то типа вафельки. Что ли, что-то такое вот подобное там было. Такая она прям очень
нежная, вкусная, нежный очень вкус клубнички. Ароматный такой. Прям классно. Давайте еще раз попробуем. Она действительно реально вкусная, отличается по вкусу. Допустим, если брать какие-то наши шоколадки российские со вкусом клубники, ну там немножечко какой-то отдаленно есть вкус какой-то там клубники там или чего-то, то здесь прям явно такой вкус клубники, прям обалденный. Мне прям очень понравилось. У нас традиция пробовать дважды, поэтому пробуем. Ее даже жевать не надо. Она просто растворяется во рту. Просто, блин, прям шикарно. Крошка вафельки действительно есть, что-то ощущается такое. Но это даже дополняет вкус. Частички клубнички тоже разлетаются по ротику. И когда уже вся конфетка закончилась, они остаются где-то такие, знаете, мелкие-мелкие. И ощущается послевкусие. Именно клубничное. Прям клубника-клубника такая прям обалденная. Кто, если захотите зимой прям срочно клубники, покупайте. Обалденно вкусно. Германия все-таки делать умеет. Видимо. Такие шоколадочки. Очень вкусно. Ставлю, наверное, ей 5 звезд. Даже поставила бы 1 000 000, наверное. Обалденно. Мне понравилось очень. Можно покупать. Другие вкусы, я думаю, они, наверное, тоже ароматные. Должны быть и вкусные. Также напишите в комментариях свой отзыв, если вы пробовали такую шоколадку. Или можете написать какой-то другой вкус, чтобы попробовала я. Не обязательно прочту ваш комментарий. Куплю такую шоколадку и с вами попробую еще какой-нибудь вкус. Мне будет приятно. Обязательно ставьте лайки. Все это я делаю для вас. Стараюсь для вас. Также обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. Влоги у меня выходят каждый день, как мы с сыночком живем, отдыхаем. Обзоры у меня выходят через день, обзоры на продукты из фикс-прайса, Победа, Светофора, обычных магазинов, разные шоколадки. Также есть обзоры на технику, которые периодически выходят. Фоны также, живопись, кулинария. Очень много интересного вы найдете на моем канале, поэтому подписывайтесь. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!